блин, три дня тут зависаем. И для моторгела... Слушай, козлина, когда за тебя большая будут, на? Ништяк, реально. В чем ли? Пить дайте. Может, тем ля еще и закусить на? Забашляю за тебя, хоть всю реку выпей. Не, не забашляют, некому. Отпустите. Чем ли? Некому платить за меня. Один я. Отпустите. Некому. Совсем один. Отпустите, умоляю. Только бы, сука, отсюда выбраться. Ну их нахрен, такие темы. Говорил, серый, двинешься там со скуки. Точняк, надо было сбрасывать и двигать. Была пробитая. Помогите, помогите! За рыбой, прошу, развяжи! Спасибо тебе, добрый человек. Семью наложил в дом царь-рыбы пойти, а меня вот эти схватили. Я вижу, ты из этих еретиков, но все равно скажу. Тут на острове схрон, прибор там. Нам нельзя, грех, а тебе пригодится. А
я тут оклемаюсь чуток, да назад. Век за тебя, царю нашему, молиться буду. Может, и отмолю грехи твои. Ну, здоров, брат по крови. Что, не заметил меня? Вот и другие не замечают, а я тут уже как родной. Слышал, ты на терминал за дрезиной, но тогда слушай, чего я тут наразведывал. Вход в терминал, как я понял, с воды. К счастью, там есть пристань и лодка. Видно, святоши постарались. Внутри, похоже, одни зверолюди. Вон, видишь, заправка? Там бандиты. Я так понял, они там святош ловят. Тем в терминале как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Глянь на вот то здание. Там бандиты пленников держат. То ли выкуп ждут, то ли что, но измываются над ними страшно. Я у бати раза три разрешение на вылазку запрашивал, но он ни в какую. Я его понимаю, но все равно мы же всегда простой народ от такой сволочи защищали. В общем, еле сдерживаюсь. Ну ладно. Руины те видишь? Там бандитские лагеря. Есть снайперы, как минимум один с крыши частенько прицелом блестит. Так что в психическую я бы на них не ходил. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем. Так что о них сейчас беспокоиться нечего. Конечно, когда выдвигаться тебе решать, но в темноте обойти бандитов будет попроще. В общем, решай, а я обратно на пост.
Чисто ложки забыли. И не уехали на такие темы. Хорошо тут, блин. Ты же только малином. Пропа! Внизу! Так, пацаны, надо все обыскать, а то их тут, наверное, еще хер знает сколько. Ну, тут вроде все спокойно пока. Вроде ничего опасного нет. Походу ничего тут нет. Братва! Хватит уже шарить! Либо мы их уже всех прикончили, либо их сразу я не было. Шару помесисти, да в койку. Да. Только бы, сука, отсюда выбраться. Ну их нахрен такие темы. Езжай! Чё мы тут зависли? Еще и пацанов к мосту заслали. Взяйся, Святош, этих нечего. Астраханским их не загонишь. Пока дойдешь, половина передохнет, а там еще бригаде Кривого по дороге отстегнул и в минусах остался. Не пыли, у Глыбы все под контролем. Пацаны там, чтобы чисто мостовики нас не спалили караванщиком. А чё те караванщики везут? Баржу маслин или чё? Ну чё везут, все наше будет. Но фишка тут, буксир у них есть, понял? А остальные у астраханских рабов живет. Ха, а есть чё? А этим тропа не нужна, они до самого нижнего ходят, понял? И только на рынке отстегивают. А мы их хлопнем, и вся река наша, сечёшь? Секу. Ха, Глыба реально мозга. А у них бычья много. Ничего, у нас пацанов больше. Выставим как лохов, а самих с бычьем вместе в Астрахань загоним. И чё, серый гнал, не въезжаю? Нормалёк тут? Чё ему не...
так стрёмно. Только не въезжай. Чувствую, как пыль-то в спину падает. Чё там? Чё? Чё за хер тут? Походу глюк. Но оно и ясен хрен. Меньше пить надо, на. Ну чё тут как? Ворот смазал? Нет, Шанахинач! Ты чё, купил? Вечером идём торгашей выставлять, а ворота скрипят как суки, аж на мосту слышно! Да, понял, вообще пофиг, один хрен пацаны масло вели. Так ищи, бля! Чё тут стрематься вообще? Всего один петушара пущен. Чё я ему, суку, на пику насажу? Сука, блядь! За него я с тебя, падлы, стопудово спрошу, как с чёрта под... Сейчас!
что я чертила дырявый? Лучше, мля, сам выходи, а то я, мля, уже клонна. Сука, получай! Вагон видишь? Там он, падла, был. Я, бля, в гробу видал такие расклады. Жму!
Ничего, сейчас будет весело, на! Ладно, сука, далеко ты уйти не мог. Чертиловна! Готовь туза, я за тобой иду! Чара, скучаешь, скучара? Ничего, сейчас будет весело, на! Хватит, батя! Грех это! Да какой грех, балда? Музыка же, искусство! Ты музыку-то слыхал вообще? Ох, твою ж! Кто здесь? Еретик! Свет Люциферов! Фонарь! Хорошая штука, у меня такой же был! Видишь, сын, как оно? Видишь, какие вещи умели делать? А ну убери свет, Бесовский, беспошник, а то я за себя не отвечаю. Спасибо, что потушил. Еще раз включишь эту дрянь бесовскую, и я тебя... Ты с того поезда, да? Ну, здравствуй, браток, здоров будь. Вы, видать, с продвинутого места. Ишь, какие штуки на тебе. Бесовщина! Во, видишь, сын, нормальный человек с обхождением, и нечего так нервничать.
Вы уж это, на местных зла не держите. Чужаки просто в последнее время нападают, короче, часто. Вот они и обозлились. Ну и Силантий все мозги прокомпостировал. Грех, батенька! Вот если Силантия не слушаешь, житья не будет. Слыхал, крест к вам прибился, это хорошо. Толковый он мужик. Пропади, жалко было бы. А ну убери свет, бесовский, беспошник, а то я за себя не отвечаю. Слыхал, крест к вам прибился, это хорошо. Толковый он мужик. Пропади, жалко было бы. Но да такой не пропадет. И что Катьку с малой забрали, тоже вам спасибо. Стыдобато с ними получилось. Я бы сам напросился. А что, стрелять умею. Тут после войны сначала такая жизнь была, что то кино про ковбоев. Да только сын тут у меня. Сома-поклонник по мамкиной дурости. Ну и понятно, отсюда ни в какую. А без меня и тут пропадет дурачина. Вот ты что такое кино, знаешь-то? Слыхал хоть? Грех, батенька! Общину позорите! Да перед кем? Еретик он! Вот заладил. Грех, грех. Головой думать надо. Видишь как, так и живем. Ну, парень, ты иди, пожалуй. А то и вправду увидят, кто донесут. Ну и не поминай лихом. Ты что творишь-то? Ты такую вещь испортил. Да я кресту за батарейки знаешь сколько отдал? Да я тебя... Во-первых, грех. Во-вторых, вы этой своей бесовщиной еретика накликали. Слава рыбе, мирный оказался. А ну убери свет, бесовский, беспошник, а то я за себя не отвечаю. Издеваться вздумал? Изыди, сатана! Погоди, а? Thank you.
Я не могу.